куклы. Подождите, девочки, мы с Кисалисой настраиваем камеру. Ну что? Так, так, так. И еще немножко. Теперь все готово, можно снимать. Поехали! Но сначала волшебная подписка. Подписывайся на красную кнопочку, нажимай. Готово, теперь ты мэджик. Нет, сначала волшебный лайк. Ставь лайк, лайк. Так, давай, лайк. Юми, лайк можно поставить всего один раз. А я считаю все лайки. Понятно, Юми, но все уже поставили лайк. Лайк? Ох, Юмичу. А вот теперь все. Кстати, многие подумали, что мы пропустили день рождения Миши и не справляли его. Но это не так. Это не так. Просто вы еще не смотрели видео на канале Magic Family «Факты про Мишу». Оно вышло сегодня. Факты про меня уже были, а про Мишу еще нет. Там Аня рассказала много интересного про нее, в том числе... Про ее день рождения. Ой, ребята, зачем вы сказали? Я теперь так стесняюсь. Теперь, если Мэджики не посмотрят это видео, я буду думать, что им все равно. А ведь им не все равно. Им же не все равно, да, Софи? Нет, Миш, ты что? Им не все равно, они обязательно посмотрят. Мы оставили ссылку там внизу в описании. Обязательно сходи, потом и поддержи мою маму лайком. Пусть она и приемная, но мама же. Да уж, это уже лучше, чем они посмотрят видео на Анином канале про нелепые ситуации, где она рассказывала, как вы пукали. Чего? Чего мы делали? Пукали? Это не... Это не про нас, нет. Ты о чем? Надеюсь, в описании ссылка только на видео про меня, но не про пуки. Нелепые ситуации на Анином канале. Нет, я ссылку оставила. Так, ребят, не слушайте кису Алису. Давайте лучше позовем Аню и начнем. И пусть каждый мэджик в комментариях напишет, что ему понравилось больше всего. Да, Алис, крутая идея. И в вопросе проголосует. Вот. Фуф, ребят, я пришла. Давайте скорее начнем показывать топовые подарки из посылок. Это посылка с канала Видеолепка. Правильно, Эйвен. Надеюсь, они совсем скоро справят 100 тысяч подписчиков. Тут в коробочке у нас открытка, сейчас мы ее посмотрим. Самое главное под Мишу Рой. Ух ты, там мы, Ань. Это же мы. Аня, поздравляю тебя с днем рождения и с Новым годом. В самой открытке поздравления. Я тебя очень люблю, Роман. Этот подарок не только от меня, но и от всех мэджиков. Большинство проголосовало, чтобы я отправил их тебе. Это же все мы, сделанные 3D-ручкой. Только тебя, Ань, тут нет. Ну, Рома же делал вас, моих питомцев. Давай поближе их посмотрим. Сейчас посмотрим. Зато для меня есть браслетик. Давайте разглядывать. Там еще что-то осталось. Красная веревочка с сердечком лав. Ну, это не для тебя, это точно для меня. Ну, ладно. Мне кажется, Эйвен очень похож. Уши точно как у меня. И окрас практически твой. Только банданку я сегодня другую одел. Но вроде похож, а вы как думаете? Смотрите, Эйвен сидел, а Софи лежит. И в таком же, как у Софи, розовом ошейничке. По-моему, на меня тоже похоже. Надо было, чтобы тебе язык дорисовали. Эйвен сидит, Софи лежит, а Мишанька стоит. Коричневенькая и в голубеньком ошейнике. Но у меня толком так и нет цвета. Да, Мишань, я рассказала об этом в фактах о тебе на канале Magic Family. Надеюсь, ребята помогут нам определиться с цветом. А то там зеленый мне, по-моему, не подходит. Ну и покемон Юмичу. Рома делал тебя 3D-ручкой тогда, когда ты еще не носила банданку покемона. Но мне кажется, все равно очень похоже. Да, Юми? Такой же гордый покемон, только 3D-ручкой. А кто вот это вот, милая малышка с половинчатой мордочкой? Где она? Это я, киса Алиса. Да, Алиса, это ты. Похоже? Похоже на меня. Это ты, когда ты была котеночком? Я собака. Ну что ж, спасибо большое Роме с канала Видеолепка за нашу волшебную семейку. Надо их в мой инстаграм выложить. У тебя нет своего инстаграма, Алиса. Он общий. Ну и что? Он общий. И мой тоже. Ань, а теперь давай покажем топовые подарки, которые мы выбрали от Полины из Пензы. Вот она ее посылка, в которую мы собрали топовые подарки. Еще одна мороженка. Давай поставим ее на нашу новую няшную полочку. Хорошо, Юмичу. Только это я ее поставлю, дай сюда, положу вот сюда в уголочек. Пончик? Кто у нас тут любит пончики, а, Юмичу? Нет, а вот пончик будет мой, нечего. Ну, тетя Софи, ты покемон, а не пончикамон. Я пончикамон. Ладно, набери. Я пончикамон. Это мои мышки для киски Алиски выбрали. Здесь еще мячик и такая мисочка с кошечкой. Юми, куда ты пончик утащила? В штабик, а это я выбрала киски Алиски мышку-игрушку. Лакомая мышка. А, мы же на Magic Family играли в такую игрушку, помните? И мячик еще один. Ой. Мой. А теперь топовые подарочки от Костиной Алины из Москвы. Давай, показывай, Ань, что там? Так дайте коробку поставить. Тут вы оставили открыточку с Новым годом. Мармелад, конечно же, для меня. А еще тут есть вот такие вот две милые игрушки. Розовая и голубенькая. Это для киски Алиски, я так думаю. И еще одну игрушку кто-то из вас оставил. Кис Алис, давай розового мне, а голубого тебе. Оба монстра будут мои. Ой. Ну что ты творишь, Алиса? Я хочу обоих монстров. Ой, ладно, забирай обоих. Давайте продолжим, да? Самый топовый подарок из посылки от Таи из Щелково. Это вот такая вот коробочка, очень красивая, украшенная и нарядная, но что в ней, я не знаю. Давайте посмотрим. Мне кажется, там лакомство, там точно чем-то вкусным пахнет. Да-да-да, там что-то вкусное, давай скорее, Аня, давай мы тебе поможем, давай скорее открывай.
Я пытаюсь, но у меня не получилось развязать бантик, поэтому я просто и сняла ленточку. Посмотрим. Пахнет очень вкусно. Там точно что-то съедобное. Сейчас, подождите. Ух ты! Красота какая! Это для нас вкусняшка? Боюсь, Юмичу нет. Это пряники. Вот такой вот в наших цветах. Magic House, наверное, волшебный дом. А еще вот такое красивое украшение. Смотрите, тут написано Annie Magic с Новым годом. Как классно! Вечером с чайком. Так, давайте посмотрим, какие топовые подарочки вы выбрали из посылки от Маковой Марии из Зеленограда. Игрушка для киски Алиски. Еще одна в ее коллекцию. Киса Алис, смотри. Это что, птичка? Нет же, киса Алиса, это игрушка твоя. С перышком, удочка. Так, потом поиграем. Что еще тут вы выбрали? Отлично, мячик со звенелкой. Да, это я его выбрала. Птичка. Ой, упала. Эти большие мячики вы, наверное, выбрали, чтобы подарить нашим большим собачкам. А еще тут есть мороженка. Мороженка написано для Софи. Софиш, это будет твоя мороженка. И другие маленькие штучки. Розовый мячик мне. Софиш, тут есть еще один розовый мячик, только побольше. Мячик, мячик, мячик. Ну ладно. Тогда я его себе заберу. Самодельные канатики, похоже, по нашему DIY. Браслетики, фишечки, вот такой вот значок Hello Kitty. Очень милый в нашу коллекцию. А еще тут спиннер есть. Спиннер и заколочка. А еще вот такие вот... Я мячик принесла. Вот такие вот сережки, я так понимаю. Спиннер в твою коллекцию спиннеров от подписчиков. У тебя их уже много. Вот такие вот подарочки мы выбрали. Следующая посылка от Евы из Владивостока. Она пишет, что у нее есть свой канал Ева Милки, на нем всего 10 подписчиков. А еще она пишет, что она гордый Мэджик. Посмотрим, какие топовые подарочки вы выбрали из ее посылки. Свинюшка-пищалка, конечно же. Так, еще игрушечка для кисы Алисы. Думаю, это киса Алиса выбирала. А мне, похоже, вы выбрали вот такую вот медаль «Лучший заводчик страны». Очень приятно. Ну и, конечно же, как я понимаю, вы навыбирали тут лакомства. Их тут очень много. Раз, два... Три. Лакомство – это самое главное. Кто-то выбрал себе канатик. Это Миша выбрала канатик. Неужели? И еще одни лакомства, и еще одни лакомства. Короче, понятно, вы навыбирали вкусняшек из посылки. А это что такое? Это лизун! Мне кажется, что это не лизун. Там же даже написано, Аня, слайм. Это еще одна слизь у нас теперь есть. Пора следующее видео снимать про слизи и лизуны. А покажи мой крутой подарок от Насти из Усть-Каменогорска. Ты говоришь про вот этот вот милый блокнотик, киса Алиса? Он действительно очень классный, представляете? Настя сделала его своими руками из тетрадки. Клеила на обложку все эти розовые ниточки. Это же очень тяжело. Очень классная штука. Розовая, няшная будет моя. Нет, моя. Нет, она будет моя. А сейчас мы покажем топовые подарки от Василисы, Даши и Леры. И знаете откуда? Откуда? Из Финляндии. Ничего себе. Ну-ка, что вы там понавыбирали? Много чего. Мне прислали вот такой вот мячик. Это для Миши было написано. Какая-то картиночка на подставке. Похоже на портрет кисы Алисы. Точно, это я в рамочке с подставкой. Упала. Давай, Аня, я буду диктовать. Эйвен выбрал себе вот такой вот канатик. А кто же выбрал вот этого милого птенчика? Не я, наверное, Миша или Юми. Очень милый, но не я. Это я, потому что он похож на покемона, он желтого цвета. Мне кажется, он похож на тебя. Положим его на кису Алису, ей, по-моему, не мешает. Еще вот такая вот розовая птичка. Это мы тебе выбрали для украшения. Мишка в коллекцию Миши, да? Да, давай его тоже положим на кису Алису. Какое красивое украшение. Смотрите, ребята, это же настоящие перья. Павлиньи и еще чьи-то, не знаю чьи. Ань, лучше не говори, если не разбираешься. Приятненько перышком поводить? Нет. Дай 7. Нет, Юмичу, ну это такая красивая штука, зачем ее есть? Еще одна мышка для киски Алиски, так. А вот это вот очень крутая вещь, фламинго, игрушка. Она, правда, для котиков, я бы себе ее забрала. Если ребята не в курсе, то мне сейчас очень нравится фламинго, и я все с ними собираю. А что в этой коробочке вы оставили? Там Юми и киса Алиса, но с ними что-то не так. Просто у Юми отвалилась голова. Как думаете, из чего они сделаны? Может, подписчики знают? Я не знаю. А я, между прочим, тоже выбрала себе топовый подарочек. От Джан и ее сестры Самиры. В их посылке, кроме всего остального, была вот такая вот грамота для меня. Annie Magic уведомляется о том, что достигла высокого уровня любви зрителей канала Annie Magic. Самира и Джан, Даша и Полина зрители. Поставлю к себе на стол. Нам еще пришла посылка из Израиля, но на ней не написано, кто ее прислал, и письма внутри нет. Может быть, кто-то у нас умеет читать на этом языке. Посмотрите, что здесь написано. Я не умею, честно. А что там было внутри? Там был вот такой вот мой портрет, а еще там были всякие разные игрушки. Очень качественные, правда, для крупных собак.
так, вот такое вот колечко. Они очень тяжелые, Юмичу, ты даже не поднимешь. Вот такая вот прикольная кость салатовая. Вот такая вот классная, модная, интерактивная игрушка. Тоже для крупных собак. И лакомство для собак из Израиля. Тут чья это посылка. Если ты смотришь это видео, напиши, как тебя зовут. И спасибо. У нас еще слишком много подарков. Мы не успеваем распаковывать. А видео уже длинное. Да, давайте в следующий раз мы распакуем еще, если ребята захотят. Пусть они проголосуют в опросе. А пока идите на главный канал Magic Family. Там видео про Мишу. Видео.